К юбилею музея открылась выставка западноевропейского искусства 16-19 веков. В Радищевском музее к 130-летию представили экспонаты живописи из частного собрания депутата областной думы Сергея Курихина. Коллекционера привлекает классика европейского искусства во всей ее широте и разнообразии. На выставке представлены произведения практически всех ведущих школ Европы. Итальянской, французской, фламандской, голландской, австрийской и немецкой. От 16 до конца 19 века. Предпочтение южным школам, прежде всего искусству Италии. В экспозиции представлены образы итальянских мадонн, мифологические и религиозные сюжеты и занимательные уличные сценки. Также есть работы с изображением конных баталий, особенно популярных в Европе после наполеоновских войн. Подлинность картин собрания подтверждена европейскими экспертами. В скором времени все эти, а также многие другие живописные полотна войдут в постоянную экспозицию частного художественного музея, который будет открыт в Саратове. Объединяет очень высокий уровень художественный, потому что все работы действительно хорошего уровня, начиная с работ 16 века и кончая то есть тонко прописанными работами 16 века на деревянных дощечках до импрессионистических работ конца 19 века. Очень высокий уровень, чувствуется, что у коллекционера очень хороший вкус.